Новый футбольный сезон стартовал в Тольятти. В первом домашнем матче чемпионата России среди команд первого дивизиона «Лада» принимала спартаковцев «Нальчика», поставивших в нынешнем году цель побороться за путевку в премьер-лигу. Гости первыми открыли счет, наказав волжан за грубую ошибку в обороне. В начале второго тайма новичок «Лады» Давыда восстановил равновесие. А затем действия игроков обеих команд стали напоминать захватывающий детектив. Спартаковцы вновь выходят вперед, но уже через несколько секунд тольяттинцы делают счет равным 2-2. А затем, к неописуемому восторгу болельщиков, на последних минутах матча Годунов забивает решающий гол, который приносит тольяттинцам первую волевую победу 3-2. Тем самым значительно обновленная команда Александра Гармашова дала понять соперникам, что в этом сезоне с ней надо считаться. Сергей Волков, Алексей Исаев, новости губернии из Тольятти.